Прекратить огонь на Донбассе и вывести тяжелое вооружение, призвал Россию президент Петр Порошенко во время телефонных переговоров Нормандской четверки. Разговор состоялся сегодня при участии Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, который и выложил фрагмент видео в своем твиттере. Украина во время переговоров настаивала на необходимости ввести на Донбасс миротворческую миссию ООН и немедленно освободить заложников, но это блокирует российская сторона.